Документы ваши покажите. Документы ваши. Я уже представлялся. Документы. Я представлялся. Документы в развернутом виде. Ваши тоже. Ваши документы. У вас нет. Барчага ассалому алейкум, сизлар билан Насимхолов. Aka-ukalar, Telegramda tarqalgan bu razborni ko'rib, juda ajablandim va do'stlar xursand bo'ldim. Nimaga? Chunki Rossiyada bilasizlar hozir migrantlarga har xil qo'polliklar bilan politsiyaskiy hujjatlarini tekshirib va har xil bo'xonalar bilan adliyaga olib ketishga harakat qilishadi. Lekin buni ko'rib qolgan chechenistonlik bir yigit o'sha migrantlar tarafini olib politsiyaskiy bilan qattiq razbor qildi va do'stlar bu razborni ko'rishlaring mumkin. Va qo'ldan kelgancha videomizni tarqatib qo'yinglar. Я не давлю. Понятно. Что я неправильно сказал? Ну, что, нормально он снимает? Он имеет право. Это нормально, он имеет право. Чисто вот по-мужски. Он имеет право. По-мужски, ты слишком детско разговариваешь. Я не детско разговариваю. Ты разговариваешь. Я документы спросил. Нету документов, ребят, со стройки. Ну, надо сказать данные свои и все. Данные свои сказать. Имя, фамилию, пробили. Ну, я что сделал? Проблема в том, что вы подошли. Никто не орет на вас. Что такое лицо сделать? Нормальное я лицо сделать. Я тебя пугать не хочу. Ты и не сможешь меня напугать. Ну да, это было посмотрим. Посмотрим. Алло, давай. Расстояние, держи. Что ты нервничаешь? Я не нервничаю, я спокойно. Сейчас спокойно разговаривай. Как ты спокойно? Ты орешь на весь подъезд. Кому ты что хочешь показать? Это ты матом ругаешься в общественном месте. Это ты провоцируешь меня. Я не боюсь этим, я не боюсь вот этим. На что? На что? Ты начал первый говорить, я ни чеченцев не боюсь. Нет. Причем это вообще кто не в тему разговор вообще, был. Кого боится, да. Это в тему разговор был. Причем тут не в тему. Нет, это в тему. А ты в тему подошел, когда я начал разговаривать с человеком? Я спросил, на каком основании. Я имею право это. Я понимаю, но у него есть свой язык. У него есть свой язык. Человек, может, плохо знает. Почему плохо знает? Не все же знают. Ничего страшного, ему объяснили. Нормально надо, ориентировка. Какие ориентировки? Много ориентировок. Покажите, есть? Много. Я не обязан ничего показывать. А зачем тогда документы основы? Документы ваши покажите. Не обязан. Документы ваши. Я уже представлялся. Документы. Я представлялся. Документы в развернутом виде. Ваши тоже. Deport zapretlaringda tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Podmoskva bo'ylab aka-ukalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz.